Сегодня у меня на распаковке 8 посылок. Их пришли они не сразу, не сегодня, но я их решил собрать. Так, начну с маленькой. Что здесь? Итак. MicroSD карта. Тут почему-то не указано. 16 мегабайт. Это я детям купил в телефон. Так, отложим пока. Так, а что здесь? О, здесь такой подарочек, видимо. Переходник. Я отложу пока. Вот это я ставлю в конце. Ставлю в детский телефон. Так, здесь вот то же самое. В этой посылке. Такая же карта. То же самое. Все одинаковое. Ссылку дам я в описании. Посмотрим, как оно работает, но чуть позже. Так. Следующая посылочка. Они такие мелкие. Будет у меня чуть позже. Большая. Это, видимо, жене духи. Посмотрим. Да. Это пробник. Что он странно. А. Такой приятный запашок. Ладно, это не мне. Пока здесь стоит. Такие сегодня не очень, я бы сказал. Не очень хорошее начало. Дальше. Просто я знаю, что в этих пакетиках, в основном я не во всех знаю, где что. Так. Тоже. Самое. Тут какой-то фруктовый должен быть запах. Да, такой. В принципе, я не очень захотел, чтобы это вот именно сейчас пришло. Посмотрим, что дальше. Тут должен быть брелок для детей. Какой из них брелок? Опять эта фигня. А, вот это вот я заказывал себе. Это лак для ногтей. Ну, я для технических целей, когда там закручиваю что-нибудь. Когда лаком смазываешь, то он, гайка, она дольше, она лучше держится, не откручивается. Вот такой. Кстати, запах какой-то довольно странный. Смотрим. Вот такой цвет. Вот. Запах довольно-таки приятный. Даже, честно говоря, не ожидал. То у духов, у этих называется лак для ногтей, может быть такой запах. Но это я, да, для технических своих нужд, когда там что-то надо. Мне кажется, здесь тоже духи. Я партию заказал. А нет, нет, это фара. Ну, у меня уже, да, я про нее забыл, но у меня очень давно лежит. Так я ее не получил. Так, о! Кстати, она в рабочем состоянии, имею в виду то, что есть аккумулятор. Сейчас закручу. Она довольно яркая. Выключу свет. Там очень яркая. Для велосипедной фары такой тут маленький свет.
мерцание. Яркий свет. И это все работает на двух батарейках SR2032. Просто шикарные. Ну, фонариком я, конечно, доволен. На мой взгляд, очень шикарный. Легкий. Так, ну вот здесь наколенники. Или как их называют, сейчас я покажу. Доедешь на велосипеде, делать наколенники надо. Так, тут что-то два размера. Я вроде как... Чтобы коленки не выскакивали. Просто отличные. Для дальних поездок. Тут еще такой крепеж. Коленка по сгибе. Шикарно. Так, телефон, карта памяти. Все работает. Сохраняет на карту памяти. Все отлично. Но за копеечную цену... Это очень шикарный фонарик. Крепление очень хорошее. Ссылка там, конечно, в описании. Жалко, что нет брелков. Хотя написано, что они на почте поступили. Да. Правая коленка при езде побаливает. Интересно. Это маленькая, это, скорее всего, ребенка взял. Ну как маленькая. Мне кажется, и мне пойдет такое. Запаха практически нет. Так, вещь хорошая. Так, и следующий. Здесь, мне кажется, то же самое. Интересно, где брелок? Брелок. Я этом ключи заказал. Эх, ладно. Какие ключи? Отлично, это шапка. О, шапка, как раз не буду бегать. Отличная шапка. Она не по размеру. Такими сегодня заказы. Я сейчас еще хочу так вставить карту памяти, детский телефон, и посмотрим. И у меня будут зато переходники. Сейчас я их позову, найду их телефоны.